А тот Игорь съездил, барабаш получил. Ну, купил доски, бревна там, брусья. Разгружать-то некуда. Вот видишь как. Это Иосиф строится, это их племянник Никита, вот он наверху. Только что отслужил в армии, где-то на востоке служил. Вот так. Своя машина такая. У Игоря своя, приехал, ничего нету. Там что-то, они что-то шпалы, вот какой брус. Этот потоньше. Вот такой участочек здесь я сбрал, хороший Никита. И уже березы перед ним растут. Кто их посадил? А кто березы эти посадил? Дядь Кирилл. Кирилл? Да. Он думал здесь. Молодец. Это они здесь живут с родителями, с Андреем. Андрея Андреева родители, то есть моя сестра Валентина, вот они живут. Мария Лапкина, 21. А там Алексей, это Устиновский край. У Игоря свой такой трактор с К-700 или как. Благослови Господи Никиту и Игоря. Как все хорошо получилось. Не знаю, зачем. Конечно, такие есть, такие есть. Только сплошняком как-то делать. Ну, горбу как-то впадение. По-разному. А тут дрова упала, береза или тополь. Попилили, привезли, бросили. А теперь поколят на месте. Люба поехала в город разбираться. И деньги, все есть в интернете, блокируют ее и все, что ничего нет на счету. Пошла письмо писать в прокуратуру. Уже два раза деньги сняли, и все, денег нет. Как она говорит. Никогда этого не видел. Вот у нас 17 меня отпускает гигабайт здесь. А я истратил за месяц только 3,5. Все пропало. В этом месте я боюсь, даже переплачу, ладно, ну, чтобы только каждый день выход был. И сейчас также из 17 едва ли 3 я потратил. То есть я не смотрю, ни на интернет не разговариваю, только захожу, проверяю наши. И все пропадает. Как это так? Вот в городе там, что деньги остаются, ну, сколько есть. Из общего числа, которое я 3 тысячи, 5 тысяч заплатил сразу, по 500 там рублей высчитывает. А здесь нет, все пропало. Но это явно дело, что обман. Мои деньги, я их не использовал. Ну и везде отдают назад. А это нет. И так сходит им это с рук. Кто там разбирается в интернете для сельской местности это. В любом месте, везде это считается несправедливо. Оплаченные мои деньги, неиспользованные. Они пропадают каждый месяц при том. А если день нету, один день, все, заблокируют. Ну, то есть бесчестность. И эти люди на суде Божьем будут отвечать за такую пакость. В любом месте это считается жульничеством. А здесь нормально все так. Как бы есть. И я плачу. А почему? Потому что для меня очень важно, чтобы выходить в интернет каждый день. Игорь, я хотел спросить, доски почем сейчас под эти вот кубометр? 6,5. 6,5 тысяч? Хорошие, да. За кубометр? Да, вот они обрезные. А ты себя обеспечил? Нет еще. Так это твои доски? Да. А, просто это наверх? Сверху 6 брусов. Ты крыть сейчас будешь склад им? Да, да. Ну ладно. Во славу Божию, помоги тебе, Господи.
число, сегодня 24-е, если я не ошибаюсь. 24 июля 2019 года, Потеряевка. Вот так, ребята, все помаленьку, дело идет. Все по-честному, нигде никто не обманывает.